Ксения Ларина, журналист и радиоведущий, у нас на прямой связи. Ксения, здравствуйте. Привет, привет, привет. Я на самом деле ждала ссылку, а пришел скайп. Да, так, кстати, такое бывает, потому что я, видимо, не успел переслать. Но все работает, главное, что поэтому можем начать общение. Начну с неприятного. С Антона Красовского. Он сегодня записал ролик с извинениями. В театральной манере все это сделано. Паузы выдержаны, глаза опущены. История там, как он ездил в Донбасс и так далее. Что с Красовским, вот на ваш взгляд, произошло? Что это вообще было, учитывая, что вот мы с Ксенией Турковой говорили, что риторика на телеканалах российских была примерно такой же. Но вот почему-то на Красовского решили обратить внимание. Вот что вы думаете по этому поводу? Да, Красовский стал главным героем за последние несколько дней. Тут стоит, конечно, вернуться назад и напомнить зрителям, что то, что прозвучало в его эфире, вот все эти призывы топить и сжигать украинских детей, это все была программа в записи. Поэтому ее, если они хотели разобраться с этим, они могли бы это сделать гораздо раньше, не вынося, что называется, ссор из избы. Если, по их мнению, я говорю, они, ну понятно, кого мы имеем в виду, да, его многочисленные начальники этого человека, то, наверное, они бы раньше среагировали, не пускали бы в это эфир, и все. Вообще скандала бы не было никакого. Поэтому у меня возникает вопрос. А что это за спектакль такой мы сейчас наблюдаем? Что это за такую драматургию слезоточивую, с покаяниями, с битьем лбом об пол, весь обложенный иконами? Артисты все они ужасные, говорю я вам, как бывшая артистка в далеком прошлом, но действующий все-таки еще театральный критик, и уж поверьте, в качестве актерской игры я разбираюсь. Поэтому, конечно, все это выглядит таким вот провинциальным фарсом. Такие провинциальные артисты, которые и слезу тебе пустят, и текст тебе напишут такой слезоточивый, и прочее, прочее. Сначала я тоже на это купилась. Вот если бы, Вадим, ты бы со мной поговорил на эту тему 2 дня назад, или там вчера, вот мы с Ирой обсуждали с Петровской в нашей программе, я, может быть, бы и поверила в эту латынь, как говорил Жванецкий. Сейчас я в нее не верю вообще. Потому что, во-первых, я вижу, что это абсолютно искусственная, придуманная новость, сенсация. Где там, в каких кабинетах, уж я не знаю, чем они уже домышли, уже дотрахались. Потому что если уже из Красовского надувать какую-то сенсацию, ну, значит, у них вообще больше ничего нет. Поскольку все это идет, вся эта история с Красовским, параллельно с этой грязной бомбой, удерживаюсь от определений, да? Я не физик-ядерщик, слава богу, но физики-ядерщики, всех, что я слышала, которые комментировали эту новость, они в основном все это комментируют с большой долей скептицизма, если не насмешки. Потому что нет такого изделия, грязная бомба. Поэтому, когда параллельно грязная бомба тут для всех, для мира грязная бомба, и для России грязная бомба. А с другой стороны, это вот такая локальная грязная бомба под названием Антон Красовский. И все этим занимаются. Понимаете? Вот я думаю, что это такой типичный, типовой прием. Теперь я так думаю, это просто моя версия. Типовой прием переключения стрелок, переключения общественного внимания от чего-то. Ну, от чего я могу только предполагать, конечно же, в любом случае, от войны России против Украины, от мобилизации, от ужасов мобилизации, которые до сих пор людей колотят от всего этого. И сейчас мы видим, как мобилизация оборачивается реальными смертями, с одной стороны, гибелью российских они даже не военнослужащие, это непонятно кто. Они не добровольцы, не военнослужащие, они мобилизованные, так их называют. Да? Вот непонятно какое-то действительно сообщество людей, которые не владеют ни воинскими специальностями, которые не обучаются как солдаты действующей армии. Непонятное сообщество. Мы видим, что гибель этих людей происходит на наших глазах. Мы видим рыдающих матерей, которые бьются об гроб убитого сына. Или вот как, по-моему, в Самаре в автобусе, где женщина выла и кричала тоже проклятие в адрес Украины. И это такой нарастающий ком страшной трагедии,
которая уже народная. Как вот они говорят, народная война у нас сейчас идет против стран НАТО и Запада. Это так, Кириенко, Кириенко да, сказал. Да, да, да. То я думаю, что они параллельно, они тоже не дураки, они видят, что происходит народная трагедия. Это только начало. Потому что мобилизация продолжается, людей продолжают косить, и сколько, не в смысле не косить, они не, этот глагол, косить как траву, косить как косой траву, забирать всех в армию, в эти окопы. И никто не знает, когда это закончится. Все эти сказки про то, что мы уже набрали, нам больше не надо, это, конечно, сказки. Никто этому не верит, а если кто-то верит, тот просто... круглый идиот. Нельзя ни единому слову верить. Вот посмотри, какой получился неожиданный ответ на твой вопрос про Красовского. Кто этот человек? Я тебе скажу. Это человек, который абсолютная пешка. Он никогда, у него все эти фейковые должности, как его сейчас представляют, директор дирекции директора, генеральный директор дирекции. Все это чушь собачья. Абсолютно. Прекрасно. Люди, которые знают этого человека и наблюдают его многие годы в вот, нашей журналистской среде, прекрасно знают цену этому человеку. А если цену этому человеку знают люди либерального крыла, либеральной части общества, с которой он когда-то сотрудничал и перекидывался тоже таким либералом, то об этом знают и там, на той стороне, цену этому человеку. Поэтому, да, сейчас, вот он сейчас визжит и вьется, и делает все, что предполагается. Они, черт его знает, может, они там сидят в кабинетах и чешут репу и придумывают, а что бы еще? А давай вот так, а давай вот, а чтобы там сзади были такие иконы вот, около тебя, а ты не брейся. Вот ты сейчас вот, прошу, ты пережил эту трагедию, ты, значит, попался, ты себя винишь и коришь, не брейся, чтобы был блеск такой в глазах, и не брейся, несчастный, побитый человек, рубашка, что была так небрежно расстегнута. И говори прямо в глаза смотри им, в глаза смотри, говори, простите меня, люди добрые, простите. Без попутал их всех давно. Возвращаясь к своему вопросу, что ты сказал. Что тут особенного? Подумаешь, сказал Красовский, сжигайте детей. А то раньше они не призывали уничтожать Украину, уничтожать украинский народ. Распознать бандеровца по каким-то признакам. Как вот сейчас с Ксенией Турковой говорили, вспоминали радио «Тысячи холмов», радиоубийца. Вот то же самое, абсолютно. Поэтому, конечно же, повторю, на мой взгляд, сейчас, не знаю, что будет дальше, сейчас мне кажется, что эта история придуманная. Чем она кончится, посмотрим. Вот если его на фронт отправят, он все кричал вот в этом последнем ролике, что типа «как не искупить? А как?» Искупать вину надо кровью, как говорилось в одном известном фильме. Поэтому, дорогой, вещмешок и каска, автомат и вперед, в окопы. Он, правда, рассказывал всем, что он подавал сколько прошений, отправьте меня на фронт. Но сейчас самое время, чтобы ему... пусть идет добровольцем, ради бога. Пусть идет в окоп, пусть. Потому что помимо того, что он сказал вот про этих детей, это я понимаю, что это такая фигура речи. Боже мой, с таким же успехом может сказать завтра и про тебя. А вот встретите Родионова, накиньте ему удавку на шею, плюньте ему в лицо 3 раза, скажи, сука и сволочь ты. Ему это все равно, понимаешь? Потому что вспомни 10 число, эту страшную атаку на украинские города, чем прославился Антон Красовский тогда, пляской. Он танцевал, танцевал, да, на балконе. Да, танцевал на балконе в пижаме «Армия России» и написал там, как он радуется убийству мирных жителей. Вот и, собственно, все, что я могу сказать. У меня развернутый получился ответ. Но здесь интересно, вот то, что мне кажется субъективно, что происходит такое очеловечивание Маргариты Симонян. Причем это уже такая тенденция последних недель или месяцев. Маргарита Симонян выступает как человек, который разбирается, что же не так с мобилизацией. Она становится таким рупором справедливости. Она, в конце концов, останавливает Красовского, отстраняет его от эфира, говорит, как же так, он переступил черту. И вот мы как раз с Ксенией тоже говорили об этом, да, и кажется, что Маргарита Симонян не такая уж и плохая. Плохая на фоне еще более радикальных. Там Соловьев занял другую позицию, он кричит, вот он с Екатеринбургом, у него опять какие-то разборки. А Симонян, она же, ну, практически уже в такой овечьей шкуре появляется перед зрителями. Это, как вам кажется, все-таки такое изменение стратегии
Или, или что-то, что-то по-другому это можно объяснить как-то? Ну, послушайте, она так всегда себя вела. Она как бы, у нее как бы два лица. Одно лицо пропагандистки, которое защищает государственные интересы, стоит на страже, и мышь не проскочит, и муха не пролетит. И в руке у нее в одной не скипетр держава, а в одной руке дубина, в другой граната. Да, и все вообще обвязаны пулеметными лентами. Это как бы одна Симонян. А другая Симонян – мать, мать, такая мать, как говорят про нее некоторые мои знакомые, такая мать, сумасшедшая мать, так любит своих детишек, деток. А третья Симонян, которая спасает чужих деток, милых деток, чу-чу-чу, я спасаю деток, я им собираю лекарства. Вот я объявляю сбор средств на лекарства для маленькой девочки, которая, если бы, если не вы, мои дорогие соотечественники, она погибнет. Давайте соберем денег. Вот еще одна Маргарита Симонян. Третья Симонян, которая спасает невинно осужденных, якобы. Ивана Голунова, как аки птица бросилась, аки орлица на защиту. Когда-то, да, когда как бы все это был такой общий тренд, да, четвертая Маргарита Симонян занялась проблемами частичной мобилизации и спасает одноглазых, одноногих, многодетных отцов, стариков и несовершеннолетних, которых ведут на фронт на убой. И каждого спасенного она знает в лицо. Каждого спасенного. Послушай, это чистой воды лицемерие. Совершенно отвратительнее. И чем больше она демонстрирует это, тем меньше нормальный человек должен в это верить. Это абсолютное лицемерие. Но, собственно, это тоже не новость, Вадим. Там очень многие так себя ведут. Тот же Соловьев, который тоже очень любит по головкам гладить чужих детей и рассказывать, как он любит детей. Или кто там еще? Скобеева с Поповым защищают семейные ценности. И еще, они развелись, кажется, нет? Ой, слушай, я таких подробностей не знаю. Значит, что-то... Может, и нет. Да, да. Понятия не имею. Ну, но они не остались парой на этом своем ну, шоу? Я просто не смотрю. Ну, я не утверждаю. Это вот да. Желтая пресса. Ну, бог с ними. Вот. Не суть важно. Но то, что лицемерие – это один из профессиональных навыков, которые считаются обязательным в этой форме жизни под названием лоялисты. Люди, которые стоят на страже режима. Лицемерие обязательно. Вы должны, как бабушка с этим, не с веслом, а со знаменем, да? Вот эту бабушку. Как только они ее не облизали все на свете. И тут, и так, и сяк эту бабушку. И только посмейте бабушку оскорбить, вы, подонки. Подонки западные наймиты. Вам бабушка чем не угодила? Все сплошное лицемерие, повторю. Поэтому, отвечая на твой вопрос, новая ли эта стратегия? Абсолютно нет. Она с самого начала была такая. Вы должны быть человеческим лицом. Вы должны быть сволочи, собаки, цепные псы с человеческими лицами. Вот, собственно, такая задача. Они ее выполняют. Мы вчера с Марией Слонем говорили в эфире, вот как раз вспоминали Меньшикова. Собаки были. Там были собаки с человеческим лицом, точно, совершенно. Да. И как раз она вспоминала Меньшикова, и там вот ну, есть версия, что Меньшиков, подписывая тот самый договор, о котором мы говорили со Следственным комитетом, спасал от мобилизации своих актеров. И тогда вот ну, возникло такое рассуждение. А где вот та линия компромисса, которая, ну, скажем так, может, ну, если не оправдать, то, по крайней мере, объяснить какие-то действия конкретного человека. Вот достаточно ли этого для того, чтобы там заключить договор, что если это, может быть, действительно кого-то убережет от мобилизации? Где та красная линия? Вот как вам кажется? Проходит? Ну, во-первых, мы этого не знаем. Мы не знаем правды. Это одна из версий, да. Да, я слышала, что Маша сказала, что ей, якобы ее источники из театра сказали, что я спасаю пацанов от мобилизации. Я думаю, что, во-первых, все эти красные линии, если они и были, они давным-давно пройдены. Я думаю, что никаких шансов ни у кого не осталось. И поэтому сколько ты не подписывай под камеры договор о сотрудничестве с силовыми структурами, это тебя не спасет. Потому что, во-первых, все, что они обещают, они все это тут же спустят в унитаз. Никто ничего не обязан выполнять, никаких договоренностей с вами, клоуны. Подписал? Все, сиди и молчи, заткнись. Сам буду решать, кого брать в армию, кого не брать в армию. Захочу, тебя возьму. Вот логика. Я
Абсолютно точно тебе говорю, она именно такая, как в фильме «Мефисто», который мы в наших же эфирах уже не раз вспоминали. Нет, не, они презирают этих людей, кого они якобы считают авторитетами, селебрити, лидерами общественных мнений, интеллигенция, что это слово вообще у них вызывает рвоту, сразу же бегут в туалет, как только слышат слово «интеллигенция». Поэтому здесь никаких иллюзий быть не может. Это самоуговор абсолютнейший. Я вспоминаю, кстати, Александра Роднянского в недавнем интервью Евгению Киселеву. Он как раз говорил, вспоминал свою жизнь в России, очень успешную. Просто триумфально успешную жизнь продюсера, представителя киноиндустрии, одного из лидеров отечественной российской киноиндустрии. Как он себя, он сам рассказывал, как он сам себя уговаривал. Он говорит, что вы думаете, я не понимал, что происходит? Конечно же, я понимал, из чего соткан этот режим, и чего они ждут от каждого человека, и какую цену я должен платить за то, чтобы мне дали возможность снимать, говорить, заниматься фестивалями, проводить там эти питчинги, или вот кинотавр, совершеннейший, потрясающий детище Роднянского, который он столько лет держал после ухода Марка Роденштейна. Все я это понимал, говорит он. Но, ну, думал, ну вот я же зато я снимаю Елену, и я снимаю зато Левиафан. Значит, я что-то делаю полезное и важное, значит, я могу с этим Левиафаном как-то через него переступить. Но он как раз говорит, что и что-то не заметить, на что-то не обратить внимания. Вот он сказал, что да, мне за это стыдно. Мне стыдно за то, что я пытался сам себя уговорить. Ну, чтобы не было кривотолков, я не цитирую впрямую, я пересказываю главный смысл. Но, поверьте, он именно такой был в этом интервью. Поэтому мне кажется, что к этому мнению надо прислушаться деятелям культуры сегодня в России. Не будет никаких счастливых исходов. Не будет. Помимо того, что замарают и превратят тебя в дерьмо в полное, и не отмоешься никогда, просто не отмоешься. Это еще, скажите спасибо, что Меньшикова еще не заставили куда-нибудь ехать в какую-нибудь могилы каких-нибудь солдат фейковых или в Мариуполь, как Евгения Миронова, или брать себе... Хотя, черт знает, мне кажется, что они тоже будут какие-нибудь спектакли там делать в защиту воинов Донбасса, не знаю. Ну, в общем, короче, красные линии пройдены. Это все самообман. Во-первых, обманут, ничего не сделанного, ничего того, что они обещали, они не сделают. Вот. А во-вторых, во-первых, ты уже ничего не спасешь. Все, конец культуры, ее нет и не будет. Вот надо просто написать «конец культуры». Даже не отмена, а конец. Я думаю, что это люди должны понимать. У нас звонок. Здравствуйте, как вас зовут, откуда вы? Здравствуйте, горемчане, здравствуйте, Ксения, это Лев из Коннектикута. Я задам вам вопрос, который меня беспокоит. Ксения, что вы скажете по поводу, с моей точки зрения, пассивности мировой общественности с протестами против войны в Украине, с маршами в поддержку Украины? Я говорю о таких странах, как США, Канада, Западная Европа. Пример хочу привести в эти выходные, последние выходные, протесты иранской общественности, которые смогли привлечь со всего мира в Берлине 80 тысяч в поддержку, в протест против вот насилия в отношении женщин в Иране в связи со смертью этой молодой женщины. У нас идет война, которая уже больше 8 месяцев, погибают тысячами мирных жителей, уничтожается страна, стирается с лица земли страна, и мы не видим этих протестов и маршей в поддержку. Какие-то маленькие, какие-то где-то в Восточной Европе, где-то в Польше, там, может быть, в странах Балтии. Но где все эти? Кто-то должен организовывать, кто-то должен стоять во главе этих маршей и протестов. Что вы по этому поводу думаете? Спасибо. Да, спасибо, Лев. Спасибо, Лев. Это очень хороший вопрос, потому что, да, я вижу, как в Европе
и, ну, и в Америке тоже, и в Израиле регулярно проходят акции протеста против агрессии России, против войны в Украине. Ну, кто выходит, кто их организует и кто выходит? Выходят украинцы и выходят неравнодушные россияне. Ну, вот я знаю, что и в Латвии тоже такие бывают акции, да, к посольствам выходят. Ну, вот я живу в Португалии, здесь тоже у нас регулярно в Лиссабоне активисты российские выходят с протестами против войны. Ну, естественно, украинцы, которых тоже здесь много, они тоже, у них регулярно акции солидарности со своим народом и акция протеста против российской агрессии. Но вы абсолютно правы. Я вот тоже думаю, а где же вот такое вот мощное антивоенное движение со стороны граждан Евросоюза, граждан Соединенных Штатов, не русских и украинцев, не русскоязычных и украинских беженцев, а именно обычных граждан, которые вот выходили там, не знаю, когда-то против войны в Ираке, да, выходили же люди. Или выходили люди против войны во Вьетнаме 100 лет назад. Выходили, было мощное антивоенное движение. Сегодня почему-то в этом смысле общество европейское, оно как-то достаточно пассивное. И мне кажется, что это очень важно. Был какой-то, я помню, первое шествие, вы, может быть, кто-то вспомнит, я не помню где, то ли в Праге, то ли в Берлине, может быть, когда объединились, что это было не локальное выступление, а такой марш антивоенный, именно с участием, прежде всего, и граждан страны, а не отдельных русских и украинцев, повторю. Мне кажется, что это, да, безусловно, это очень мощная форма давления на свои собственные правительства, на руководство Евросоюза, на руководство стран, в которых живут люди. И совсем для этого просто нужно иметь некое чувство, ну, какого-то сострадания, или, с одной стороны, а с другой стороны возмущение. Почему это время до сих пор не настало, я не знаю. Но ваш вопрос абсолютно справедлив. Я вашу печаль поддерживаю. Вопрос от наших зрителей. Как относитесь к включению Алексея Венедиктова в список 6000 от команды Навального? Коррупционер и так далее. Там много эпитетов. Что думаете? А почему, интересно, называется список 6000? Прибавляются люди, а он все список 6000. Скажи мне. Может, там кого-то исключают, вычеркивают? Да. Какая-то ротация происходит. Ну, возможно. Ну, я ждала, конечно, этого вопроса. Не буду здесь адвокатом Алексея Венедиктова, он не нуждается ни в чьей защите, он сам кого хочет защитит и сам себя уж точно защитит. Да, я понимаю претензии, и это все, что связано с электронным голосованием, это была такая история очень рискованная, на мой взгляд, с его стороны. Надо было на это подписываться или нет. Много по этому поводу было споров, и внутри редакции тогда еще радиостанции «Эхо Москвы» тоже. И были люди, которые ему впрямую высказывали свое несогласие с этим его защитой, этой формы голосования. Но что сделано, то сделано. Маша Слоним, у тебя в эфире прекрасно все рассказала про Алексея. Вот эту вот чашу на этих весах, да, с одной стороны вот список благодеяний, а с другой стороны список компромиссов. Да, он шел, я это повторяю и буду повторять, это человек, который шел на большие репутационные риски во имя того, чтобы мы, редакция «Эхо Москвы», себя чувствовали свободными, независимыми журналистами. Я за это могу сказать ему только большое спасибо. Все остальное посмотрим, конечно. Хотя я еще вспоминаю мнение, которое высказал Михаил Ходорковский по этому поводу. Что все, что угодно, можно предъявлять претензии каждому из всех, из любого, каждому из нас, кто прожил эти почти больше 20 лет во время путинского режима в России, в Москве, кто занимался своим делом, кто был журналистом, кто был учителем, кто был ученым, кто был артистом, да кем угодно. Потому что мы все соучастники, исходя из этой логики, в том числе и сотрудники ФБК. Мы все соучастники, потому что мы все граждане, которые жили под пятой этого режима и старались сделать каждый, что может на своем месте для того, чтобы, во-первых, не подчиняться, не прогибаться, не превращаться в дерьмо, делать свое дело
и не предавать принципы своей профессии. Мне кажется, что да, вот ценою потерь репутационных главного редактора радиостанции «Эхо Москвы», я, например, Ксения Ларина, журналист «Эхо Москвы», которая там проработала 30 лет, я имела гарантированный эфир свободный, в котором я говорила то, что считаю нужным, и приглашала того, кого считаю нужным. Поэтому мне, конечно, жаль, я все правда не понимаю, что как этот список работает, для чего. Я думаю, что тоже ничего такого страшного в этом нет. Это же не список для того, чтобы завтра всех посадили в какую-нибудь Гуантанамо, понимаешь, правда? Все 6 тысяч человек пришли, арестовали и повесили на площади, допустим. Нет же, это же не про это. Мне кажется, что это скорее список иллюстрационный, может быть, скорее он так подходит для прекрасной России будущего. Но тут каждый очень индивидуально, каждый будет сам разбираться со своей судьбой, со своей карьерой. Да, я думаю, что у каждого есть из этих 6 тысяч человек, я, правда, их всех в лицо не знаю, но наверняка есть свои скелеты в шкафах и свои грехи, за которые, может быть, стоит извиниться, которые признать, а которые, может быть, и защищать свое право на свой выбор. Я вижу, как Алексей сейчас себя ведет, как он говорит про это, он свое право на свой выбор защищает. Ну и пусть это делает. Мы, кстати, надеемся, что Алексей Алексеевич придет к нам в эфир. По крайней мере, мы начали переговоры, так что, возможно, тоже будет возможность спросить и у нас, и у наших зрителей. Кстати, всех приглашаю подписаться на наш телеграм-канал. Там тоже можно задавать вопросы. Телеграм-канал «Игранул Грэм». Ссылка закреплена сверху в комментариях. Ну и вообще под этим видео вы тоже найдете эту ссылку. Соответственно, заходите. У меня тоже есть канал. И у вас есть, да. И Ксению Ларину, конечно, тоже. Мы ссылку дадим. Мы обычно обмениваемся потом в Телеграме, так что я думаю, что мы в этот раз тоже это сделаем. Но тут еще, вот, кстати, цитируют Венедиктова и просят вас прокомментировать. Венедиктов считает Арестовича пропагандистом украинским с такой негативным смысле этого слова. Как вы относитесь к Венедиктову, спрашивают наши зрители. Не к Венедиктову, а к Арестовичу, спрашивают наши зрители. Вы знаете, я, в отличие от многих других женщин Советского Союза, не влюблена, скажу честно. Я вижу, что он, конечно, такой, у него какой-то есть невероятная харизма, он оказывает действие на женщин в основном, даже на очень умных, таких прожженных, которые уж знают цену слова, как Юля Латынина, я вижу, что она просто вот тает от общения с Арестовичем. Что касается пропагандиста, ну, вы знаете, я это слово все-таки считаю, что его нужно употреблять только в негативном смысле, с негативной коннотацией. Потому что не бывает прекрасной пропаганды, пропаганды света и добра. Не бывает. Бывает просвещение, да? Бывает информирование, да? Но пропаганда – это всегда ложь. Пропаганда – это всегда вранье. Пропаганда – это всегда передергивание. Обман, короче говоря. Поэтому я не считаю Арестовича и любого другого спикера украинского руководства, там Михаил Подоляк, еще можно многих назвать, которых я регулярно слушаю, тоже и смотрю во всяких каналах, телеграм-каналах, в YouTube-каналах. Мне важно, мне кажется, очень правильно, что эти люди говорят с русскоязычной аудиторией, на прекрасном русском языке. И то, что они объясняют россиянам, в том числе дорогим россиянам, что Украина защищает свое право на свободу и независимость и защищается от агрессора, что Украина в этой войне является жертвой, а не участником конфликта. Это вот тоже очень тонкий момент, когда вдруг начинает вот так передергивать, типа и та, и другая сторона. Нельзя ставить на одну доску агрессора и жертву. Это как раз и есть пропаганда. Это и есть основа пропаганды. И они на этом настаивают, когда говорят, что другая сторона. Нет никакой другой стороны, дорогие друзья. Есть агрессор и жертва. Жертва обороняется, агрессор бьет наотмашь, уничтожает. Все, больше никаких вариантов нет, никаких нюансов. А то, что касается Алексея Арестовича, опять же, Подоляка и многих других спикеров, да, они сегодня представители украинского народа, украинского государства, которые объясняют нам,
что из себя представляет украинский народ, какие ценности он защищает, что на самом деле происходит на фронтах, как могут говорить. Я прекрасно понимаю, что есть военная цензура уж в Украине точно существует, поскольку у них эта операция называется войной, а не операцией. У них священная война. Мы должны это признавать, и никакой пропаганды с их стороны нет и быть не может. Повторю. Илон Маск и то, что происходит с самым богатым человеком на планете, с Гарри Каспаровым случилась просто такая, ну, перебранка. Я даже, честно говоря, не ожидал. Там оскорбления пошли в ход и так далее. Вот, на ваш взгляд, что с Илоном Маском случилось, как это можно объяснить? Михаил Шейтельман, любимый тобой, высказал... Открытый нами, неожиданную версию, да, которую сначала я ахнула от того, что ну этого не может быть. Ну не может быть, чтобы Илон Маск, майор ФСБ, что он агент. Но потом, когда его машина летала в космосе, мы тоже думали, этого не может быть. Но машина-то летала. Так что я и это допускаю. Мне кажется, по большому счету, я, конечно, не специалист вот в этих вот тонкостях натуры. У меня как бы есть вот варианты ответа, Вадим. Мне кажется, что Илон Маск, он хочет быть властителем, повелителем Вселенной. Ему так вот показалось с самого начала. Вот, да? Я понимаю, у него есть для этого все основания, безусловно. И поэтому он, видимо, посчитал себе вправе высказываться обо всем на свете. А поэтому, когда они говорили, он говорил про Украину, про все вот эти его предложения по выходу ошибка из кризиса. Ошибка Хрущева там была еще. Да, это просто неловко слушать и смотреть. Мне даже закрала страшная мысль. До тех пор, пока я не слышала версию Шейтельмана, у меня была другая страшная мысль, что он просто глуп, что он умный вот в каких-то вещах. Так бывает. Но так бывает, что человек бывает очень умный и просто невероятным умом обладающий, стратегическим, бизнес-умом. А в каких-то вещах он вдруг оказывается, что он достаточно примитивно мыслящий человек. Ну, когда он назвал, как я поняла, придурком Гарри Каспарова, да? Да? Ну, было дело. Да, да, да. Ну, тоже я не знаю, в чем смысл этой перепалки, потому что у Гарри Каспарова тоже есть свои кексы, и мы это видели, кексы, когда вот все, что касается этих паспортов с хорошими русскими и прочее, до сих пор не может отмыться. Поэтому не знаю. Но пусть он будет Илон Маск и такой. Мне кажется, что здесь важно, чтобы он приносил пользу человечеству. А все, что он говорит, это уже не суть важно. Здесь как раз наш редактор подсказывает, что Каспаров первый начал, а Маск только ответил. Обозвал его земляным червяком, да? Ну, там, в общем, по-моему, он сказал, что живет в особняке в Кремниевой долине. Да, он сказал, говорит, что у него особняков. Да. Да. А никаких особняков не было, да. Ну, эти все игры богатых людей, мне кажется, сегодня крайне неуместными, если всерьез говорить. Вот все эти перепалки на таком уровне. Потому что все-таки задача совсем другая у человечества сегодня. И у этих людей, у которых есть возможность влиять на ситуацию, но с помощью, прежде всего, своего влияния на общественное мнение. Они же, понятно, что там Каспаров не танки будет поставлять в Украине, не пойдет в бой за мной, за Родину. А Илон Маск, между прочим, мог бы помочь. Хотя он помогает, он же оставил этот самый, да-да-да. Starlink. Да-да-да. Так да, что да, работает. Да. Ну что ж, приглашаем всех на канал Ксении Лариной в Ютубе, поставим ссылку. Также в Телеграм обязательно заходить. Про наш Телеграм не забывайте. Так что будем вместе. Спасибо, Ксения, и до следующего раза. До свидания. Пока. Мы продолжаем.